лучшую суджаму из всех, что мне доводилось пробовать, подают в пьяном вечере. Из камня крови не выдавишь, Макрул. Мы и так еле концы с концами сводим. Это не моя проблема. Я же ясно сказал, когда одалживал Гарину деньги, что хочу их получить назад после сбора урожая. Я посмотрю, что можно сделать. Похоже, вопрос решать придется тебе. Дровос Релви должен мне 1000 септимов. По крайней мере, был должен, пока не устроился благодаря тебе к этому волшебнику. Теперь до него не дотянуться. Выходит, это твоя вина, что он не может заплатить мне. Так что, похоже, придется заплатить тебе. А ничего не будет. Только смотри осторожнее. Я буду присылать к тебе сборщиков, а они просят совсем не так вежливо. Так или иначе, я получу свои денежки. Надоело бегать? Я слабаков сразу вижу. Теперь давай, плати. Проклятие. А у меня закончилось желе нечего. А может, не хватит. Меня не запугаешь. Когда я еще соберу. Рано или поздно все они платят. Тебя в последний раз чуть не убили. Не беспокойся, любовь моя.
Здесь так светло, не понимаю, как ты это переносишь. Ты что-нибудь слышишь? Thank you.
что они всегда забирают лучшие. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слову.
Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слугу. Там. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Кто там? Вот так-то.
Thank you.
придется носить кружки и тарелки. Конечно, господин. Только удовольствие.
Стой, путник. Тебе здесь нечего делать. Мы не хотим тебе зла, но иди своей дорогой. Уходи. Сейчас же. И что же тебе понадобилось? Кто я? Кто ты? Или купи что-нибудь, или иди своей дорогой. Иногда всякая всячина с полоски падает. Я их нахожу, отмываю и продаю. Погляди. Погляди. До встречи.
Это спать не планирую. Столько... Удовольствие. Руины Норды. Даже старше, чем я. Любопытно. Драугры такие же туповатенькие. Тебе не попадался крест из Карелии, нет? Этот старый дурак опять утащил мою кирку. Нет, 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 это не просто какая-нибудь кирка. Я говорю о древней нордской кирке. Они просто так на дороге не валяются, знаешь ли. Я предпочитаю разбираться по-соседски. Слушай, если увидишь крест, скажи, чтобы отдал мне кирку, а я заплачу тебе за беспокойство. И скажи Кресцию, пусть лучше отдаст кирку мне, а не то. Предупреждаю сразу. Не стой у меня на пути, и мы я сможем поладить. Я работаю на Магрула. Если рано какие проблемы, поздно, обратись к нему. Все они платят. Коли имеешь дело со мной, помни. Либо возвращаешь долги, либо... Будешь в синяках. Не нужно жалости. Я сказал, и не смотри на меня так.
женщина. Я же сказал, оставь меня в покое. Крест, в прошлый раз, когда ты ходил в шахту, ты чуть не погиб. Я не хочу вдовой остаться. А я тебе говорю, меня ничто не остановит, пока я не найду останки своего прадедушки. Вон там, внизу. Я чувствую. Меня всегда учили избегать таких развалин. Это было почти 200 лет назад. Кажется, теперь там уже и находить-то нечего. Отпусти меня, женщина. Крестцы, ты упрямый старый дурак. Ты там убьешься. А ты еще кто? Не видишь, что ли, что я занят? Ты уж прости нас за болтовню, Крестцы. А ты еще кто? Не видишь, что ли, что я занят? С чего это я должен тебе рассказывать? Я даже не знаю, кто ты. Может быть. Знаешь, трудно доверять людям, когда все считают, что ты сбрень. Но помяни мое слово. Эта шахта таит секрет, который может вернуть Вороньей скале ее значимость. Тайна, которую Восточная имперская компания постаралась скрыть 2 века назад. В результате мой прадедушка был убит, а они бросили Воронью скалу с этой бесполезной шахты. Горациан Карелий. Он всю жизнь провел, исследуя древние развалины Тамриэля. И умер в этой самой шахте почти 200 лет назад. Восточная имперская компания утверждает, что погиб под завалом в результате несчастного случая. Но я-то лучше знаю. Мы с женой убирали в доме и наткнулись на вещи прадедушки. Они были заперты в старом сундуке. Я нашел письмо ему от Восточной имперской компании и ключ. Там было описано открытие, которое землекопы сделали в шахте. Компания хотела, чтобы Грациан занялся им. Похоже, Восточная имперская компания считала открытие очень ценным, раз закрыла эту часть шахты ото всех. Так и есть. Ну, то есть... Я так думаю. Я так и не смог найти вход. Ну вот, теперь ты это говоришь, как все они. Говорю тебе, там внизу что-то очень важное. И Восточная имперская компания хотела это скрыть ото всех. Слушай, моя жена хнычет, что я слишком стар, чтобы бродить по шахтам в поисках своего прадеда. Время против меня. Оно со мной покончит, прежде чем я успею найти ответы на все свои вопросы. Именно. Я хочу узнать, что случилось с Грацианом и что скрывает от нас Восточная имперская компания. Грациан вел дневник, делал заметки во время своих путешествий. Если ты найдешь его остатки, я думаю, это поможет. Вот все, что у меня есть. Письмо и ключ. Пожалуйста, сделай это, чтобы я снова мог себя уважать. Смотри осторожнее там внизу. Эта шахта опасна.
Что там? Хорошо, что я доверяю. Откуда? Вот так.
Я рада, что ты...